Всем привет-привет на моем канале. Делаю заказ из каталога номер 5 компании Oriflame. И сейчас покажу вам, что заказываю и как заказывать, как правильно оформить доставку, как отказы какие-то сделать ненужные. Так, мужские очки мне нужны будут. Так, мне нужны будут женские очки. 37 874. Так, у меня уже 157 баллов. Отлично. Нажимаю «Далее». Почему так много баллов, сейчас поймете. Просто у меня здесь много продукции wellness. Так, а это что такое? А, диск для лица. Так, и нужно выбрать продукт какой-то со скидкой 50%. 24 547. Я решила взять... Ой, 24. Решила взять капсулы. Капсула «Королевский бархат». Представляете, за 600 рублей всего получится. Какая прелесть. Так, доставка на дом. Надо проверить, кстати. Сейчас я добавлю. Ой, нет. Отмена. Точка. Доставка курьером. Далее. Отказываюсь. Так. Ой, не туда нажала. И проверяем, что в корзине. Так. Мужские очки. А почему их двое? Так, женские очки надо еще. Так, видите, очки с какой скидкой проходят? Замечательно. Так, и что у меня в корзине еще есть? Так, капсулы. Новый джигит не нужен. Отказываемся. Далее, каталоги. Отлично. Пакет мне тоже не нужен. Отказываюсь. И три подписки wellness. Обратите внимание, что одна подписка еще придет за деньги, а вторая уже приходит бесплатно по нулям. Но баллы начисляются, и это очень-очень хорошо. Нажимаем «Далее». Доставка. Так, доставку на дом выбрала. Оплата остается перед получением. И еще раз все проверяем. Так, доставка на дом. А, получается, почему доставка 200 рублей, не пойму. Должна быть бесплатная доставка. А, понятно, сумма-то маленькая. Угу. Так, окей, сейчас мы тогда исправим доставку в другое место. Где у нас доставка? В пункте выдачи. Все равно нам туда ехать. Так, сервисный пункт обслуживания. Здесь вбиваем Саратов. Ищем адрес нужный. Так, вот выбрала доставку на сервисный пункт обслуживания и выбираю продукт вместо платы за доставку. Так, что нам тут предлагают? Шикарный крем для ног, вишневый десерт. Хорошее предложение. Так, вот, гель для умывания. Тоже нужная вещь. Крем для душа. Вот, что мы постоянно пользуемся. Бальзам мне очень нравится для сухих волос. Очень вкусный этот лосьон. Кстати, выбор замечательный, прям спецпредложение. О, даже шампунь всего 319 рублей. Праймер, хорошие предложения. Аж глаза разбегаются, что брать. Так, ну где уже дорого, я туда не лезу, потому что невыгодно. Так, возьму, конечно, бальзам, потому что он у нас в любом случае в расходе. Далее. Так. Опять «Далее». И получается, что на заказ 3770 рублей, но к оплате будет 1649, 171 балл. Ага, все, заказ сохраняем. То есть нажали «Оформить заказ», это значит, что мы совсем согласны, и все окей. Так, и покажу вам первый заказ на себя делала, что заказала. Похвалюсь. Просто очень быстро скинула, переживала, что закончатся очки. Надо кинула заказ делать. Так, сейчас. Захожу к себе в личный кабинет. И как проверить, где заказ находится? Открываем заказы. История заказов. А вот тут заказ, который не оплаченный. Открываю. И вот тут смотрим, что я заказала. Я взяла себе комплексный уход. Новый совершенно взяла коллаген. Хочу попробовать. А также у меня здесь
Ух ты, часики в подарок идут. Классно, классно. Со скидкой 50% взяла ожерелье. Подписка Wellness уже приходит бесплатно, четвертая пачка. Ой, ну как здорово, мне прям нравится. Супер. Все, заказ я сделала, два заказа сразу, более 300 баллов. Замечательно. Ребят, всем желаю успеха, вкусных покупок. А я сейчас еще один заказ буду размещать, но мне его надо сформировать. Уже там будут всякие вкусняшки из каталога. Все увидите в обзоре, который будем снимать в среду или в четверг, как машина придет у нас с поставкой. Все снимем, все покажу, что заказала, расскажу, что классное, что вкусненькое. Спасибо за внимание, до новых встреч.